Ну, расскажите ваше, в общем, впечатление о матче, что вам больше всего запомнилось? Наверное, пенальти в наши ворота, конечно. Я считаю, спорный был момент. 3-4 пенальти за 2 игры, кажется, много. Наверное, этот момент запомнился. Хорошо сравняли на последней минуте матча. А что сказать по поводу вот этого камбэка? То есть в последние минуты забиваете гол? Ну, в последней минуте забил пенальти. Мишка Козлов хорошо вышел, заработал пенальти, решил я пробить. Слава богу, забил. Сыграли ничью, конечно. Ну, нужно было выигрывать, я думаю. Дома играем. Вторая ничья подряд, конечно. От ничьи не такие большие эмоции. Скорее потеряли очки, чем приобрели. Ну, конечно, дома всегда хочется выигрывать. И проще играть на выезде, как дома, когда свои болельщики. И не даем результат уже, наверное, третью игру, кажется, подряд. Мы не можем выиграть. Конечно, какая-то есть ответственность. Хочется порадовать болельщиков уже победой. Все равно какой игрой, но главное, чтобы 3 очка взять. А не думаете взять на себя, в общем, штатного пенальтиста? У нас много футболистов, которые бьют пенальти. Просто сегодня я был на поле, решил пробить. У нас Русик Ян есть. Просто травмированные ребята. Просто так случилось, что я решил пробить. Вот все. Как думаете, за счет чего команда может выйти, в общем, и действительно сложно с победы в последние дни? Как вы думаете, это можно каким-то образом исправить? Будем исправлять все вместе. Как? Работать на тренировках и переносить это все на игры. Всей командой все. Будем доказывать, что мы на самом деле команда. И будем брать очки. Чемпионат длинный. Я надеюсь, все исправим. Спасибо большое. Спасибо.